Всем привет, ребят. Короче, история такая, что первый онлайн-тренинг, который я купил у Вовы, это было 7 лет назад. Это был онлайн-тренинг. Я занимался смешанными единоборствами. Два месяца занимался, вот. Ну, так сейчас для себя. Вот. И там произошла такая ситуация, что мне тренер говорит, типа, чувак, покупай кимоно и будешь выступать на соревнованиях. Вот. А я понимаю, что я эти деньги, короче, копил на онлайн-тренинг Вовы. С обедов. Да, с обедов. Мне было 17 лет, я копил именно после обедов, короче. Сколько копил? Даже очень... Сколько по времени? Санёк голодал. Ну, месяца на два, наверное, где-то так и точно. То есть у тебя была такая цель, что ты голодал 2 месяца? Да, да, вот. И, короче, тут получается такая ситуация, что, типа, либо ты покупаешь кимоно, вот, либо идешь на онлайн-тренинг. Он тебе сказал, тренер. Ну нет, у меня в голове была такая ситуация. Но ты выбрал купить онлайн. Да, я купил онлайн-тренинг. Вместо кимоно Санёк купил онлайн-тренинг. Да, и самый трэш, короче, у меня друган Саня, привет тебе, кстати, если смотришь. Когда он узнал, что я записываюсь на онлайн-тренинг, он такой, типа, слушай, типа, давай сделаем так. Типа, я хочу с тобой, но у меня нет денег. Я говорю, а ну тогда, типа, как тогда будем поступать? Доступ разделим, да? Да, да, не-не-не, он, короче, пошел в магаз, короче, сделал пиджак за 5 косарей и принес его мне. Говорит, вот, типа, тебе пиджак. И, соответственно, будем просто, типа, осуждаем, осуждаем. Да, так не делайте никогда. Не приветствуйте. Это реальная история. Саранские будни. Да, это реальная история, вот. Такая вот мотивация просто у людей была. У меня, я копил с обедов, короче. Настолько было желание, да? А чувак просто спутал. Ты не пожалел, Саня, об этом? Да нет, я вообще, я нисколько не пожалел, потому что, ну, по сути... Потому что мы сейчас вместе в бане. Вот до чего дошло, да? Нет, это следствие того, что Санек... Как бы выучился, все хорошо делал, потом еще пришел к нам на практику, потом еще прошел практику и приходил еще помогать. И, в общем, так люди попадают в тусовку, как бы, да, то есть и лучшие, кто там старается, кто круто себя показывает, мы всегда рады с ними потусить. Вот, и сейчас мы сидим в бане. Да, и я скажу, ну, то есть немного давали, что, по сути, как бы, если бы я тогда купил кимоно, ну или как называется, что купил бы дрочером в кимоно был. Да, я был бы просто дрочером в кимоно. По сути, моя жизнь бы там никак не поменялась, и я просто бы, ну, выступал бы на соревнованиях, там, типа, окей. Ну, может быть, добился каких-то результатов, но... Ну, может быть, стал бы чемпионом мира. Может быть, жил бы на миллиард долларов в месяц. Ну, ладно. На своей яхте. Ну, может, яхта была. Ну, и как бы... Да нет, Санек, правильно, ты тогда правильный выбор сделал. Спасибо, а, кстати, ты сейчас думаешь, правильно или нет, оглядываясь назад? 100% Или ты сейчас вспоминаешь то кимоно? Не, ни в коем случае. Да? Я вообще даже... А как же эта история, вот, Санек? То есть, Санька недавно женщина, там, допустим, она не видит? Нет. Женщина возила его, девушка молодая, 25 лет, ему чуть помладше. Она возила его куда? В Дубай. Дубай. А как же вот эта история, что они там сидят и говорят, что женщины, они хотят там отжать стакан пива, там, не знаю, твою Ладу Калинину, там что-то. Как эта история, как же это же не состыковывается, как так? Женщины, они все злые, хотят отжать, нет? Нет, нифига не так. Она сначала у других отжала, короче, денег на нашу сейчас водить в Дубай, да, и, короче, там вот Санька. То есть это не так, да? Ну, просто я хочу сказать одну мысль, что пока вы так думаете, пока вы там сидите и дрочите, нормальные чуваки, такие как я, просто берут, подходят. Это был просто спонтанный, обычный подход. То есть, ну, подошел, заинтересовал, вызвал на свидание. Вот. Ну, пока вы думаете, а на первой свиданке был, кстати? Нет. Ну, был, типа... Слушай, ну это было в кальянной, вот, как бы, ну, как бы, окей, я пытался, вот, но как бы не получилось, но при этом она как бы... Ну, то есть не второй она пришла, все нормально. Да, ну, вернее, на третий, давай так. Она сразу на третий пришла. Да, я понял. Кстати, на третий все. Да, да. И, короче, пока вы там думаете, что такие, типа, бабам нужны только деньги, ваши ресурсы, ну, окей, думайте, но, блядь, у меня почему-то это по-другому. Его картине мира это по-другому. Все, давайте. Все.
Надо показать, что это не постановочное видео, да, что мы в реальной бане, как бы не ради этого видео пришли. Снимал 50 операторов людей, но это не я сейчас сниму. Это Артем и Тигран. Это Санин. Это я.